Алло. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Царева Наталья Леонидовна, специалист управления досудебного взыскания компании «БА Финансы». Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, это вы, да? Угу. Вы, да, я не слышу вас. Да. У вас вместе задолженность перед банком «Русский стандарт», Дмитрий Евгеньевич, 341 862 рубля. Срок неоплаты уже 567 дней. Дни отказывают зафиксированы от оплаты. Почему не погашаете свой долг? У вас есть возможность оформить реструктуризацию долга, Дмитрий Валерьевич. Ой, Евгеньевич, извиняюсь. Ну вот смотрите, ситуация-то как выглядит, как будет складываться наш диалог с вами. Максимально вежливым, конструктивным он теперь будет, потому что, ну, дело в том, что на YouTube более 1000 подписчиков уже на мой канал, где я выкладываю все переговоры с вашей малоуважаемой компании под названием МБА Финансы. Поэтому можете не переживать, я буду максимально корректен с вами, не буду больше томить. А я же не переживаю. А, ну, привыкли, да? Ну, я же вам тоже не томлю. Какая да? Молодец. Ну, я буду тоже держать себя в рамках нынешних событий. И напомню вам в очередной раз, что вы разговариваете с юристом, с адвокатом, у которого своя частная практика адвокатская. Занимаюсь я тем, что помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Называется моя компания «Алям», и все желающие, кто смотрит и слушает наши с вами разговоры на вот YouTube, могут к нам обращаться. Чему я несказанно рад, благодарен вам за то, что вы мне увеличили поток клиентов. Ну, нет, а в итоге? В итоге вы все звезды YouTube у меня там, и Царева вот вы, и там что у вас там, всякие Мишины, там еще всякая публика, Ломовы, там вот это вот фамилии, я сейчас не, ну, просто вы недостойны, чтобы я вас запоминал, но если вы зайдете на YouTube и послушаете, вы будете очень рады. А мне зачем слушать? Я сейчас с вами по поводу вашего долга. А вы еще можете почитать, что пишут про вас. Люди-то не боятся вас. Конечно, конечно. А вы понимаете, а почему я с вами должен общаться? Если долг в русском стандарте... Потому что у вас имеется долг перед банком «Русский стандарт». Ну и что? Теперь еще дядя Вася, дядя Ваня мне позвонит. Я говорю, мы представляем. Васю мы не трогаем никакого. Сейчас наша компания. Да ладно, а как я могу вообще... А как вы решили? Вот почему вы решили сами для себя? Вы там для себя решили, что вы что-то там представляете? Звоните человеку. Дмитрий Ильич, вы же если юрист, как вы говорите, вы должны знать, такой агентский договор, да? Где он? Где? И почему банк? Где он? По поводу того, где он, это вопрос нашей компании. Так вот вы задавайте эти вопросы тому, кто должен обеспечить меня договором этим, показать мне эти договоры. Если вам нужен договор, пожалуйста. Да мне он не нужен, понимаете? Мне он не нужен, это вам нужно, чтобы он у меня был. Тогда я буду с вами разговаривать. Евгеньевич, нет, абсолютно вы заблуждаетесь. Да ладно, ну и как, ну мы мотивируйте. Вам не ничего да я вас и не прошу, это банк. На тему долга или нет? Да что, кто вы такие? Вашего. Кто вы такие? Я не говорю, что вы должны мне предоставлять. Ответила, это банк должен предоставить мне. Ну так идите в банк. Да мне зачем? Я лучше буду вот так вот с вами по-веселому хорошо. Общаться и выкладывать момент. В YouTube сегодня поучительный завтра. Материал. Сегодня-завтра у вас два последних дня для решения. Да что-то вы врете уже 8 месяцев. Мне вот эту песню рассказывать. Нет, 8 месяцев мы точно с вами не общаемся. Ну не вы, конкретно коллекторы, которые перед вами были. Мы работаем с 11 марта. Ну сколько можно мне 2 дня давать? Ну вы с 11 марта, у вас у всех одна и та же стратегия. Я вам еще раз говорю. Вам положено это говорить, бедные вы несчастные работники. Оплата от вас поступит или нет? Я не знаю, жалеть вас или нет, или ругать вас. Я спросила, Дмитрий Евгеньевич. Да я не буду вам никакие ответы давать. Вы что, не понимаете? У вас 341 1862 рубля. У меня больше, поверьте. Себя пожалеть? Вот конкретно про данный кредит. А почему я должен себя жалеть? Объясните мне. Кто вам сказал, что я должен себя жалеть? Дмитрий Евгеньевич, мы с вами сейчас не по теме общаемся. Как? Ну вы же сказали, пожалейте себя, ну развивайте. Я вас спросила, оплата от вас поступит сегодня? Да я же вам ответил, что я не буду отвечать, кому попало на вопрос. Будете отвечать, тогда всего хорошего. Общаться с вами не вижу смысла никакого. Ну хорошо.